Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 9 августа 2018 года. Сегодня я в очередной раз хочу вам показать происходящее за Домом культуры ПТК, по-старому он так назывался. Почему я акцентирую внимание на старом названии? Я вырос в этом городе. В 70-х я в Дом культуры ходил, занимался народными танцами, украинскими народными танцами. Был такой народный ансамбль «Горлица». Но я никогда в жизни не видел такого бардака, который происходит сегодня за этим Домом культуры. Этот бардак не первый день, не первый месяц и не первый год именно в этом парке. Почему он там происходит? Я вижу одну причину. Ни мэр, ни исполком, ни депутатский корпус, ни отдельно депутат по этому округу не знает, что с этим надо делать. Я не верю в то, что они не знают о том, что там происходит. Я не раз видел репортажи людей оттуда, фото выставляли, видео. Я сам не раз оттуда делал репортажи, и все равно ничего не меняется. К сожалению. Вы сами видите, есть урны. Есть мусор. Есть граждане, которые ложат мусор в урны, на переполненные урны и рядом с урнами. То есть эти граждане, в принципе, готовы жить в чистоте. Они показывают свое отношение к окружающему миру и складируют мусор в отведенном месте. Урна. Но есть, с другой стороны, власть, которая берет деньги ежемесячно, аванс и зарплату, и при этом не хочет ничего делать для того, чтобы горожане жили в чистоте. Такая ситуация по всему городу. Поэтому я вас призываю. Следующие выборы, когда будем идти, думаем, за кого голосуем. Всем хорошего настроения.